В отношении бывшей главы поселка Ханине Рюнгринского района Альбины Подоляк возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2013 году ситуация с электропитанием в поселке была катастрофической. В этот период основным поставщиком электроэнергии в Хане была компания из Амурской области «Районные электрические сети». Из-за задолженности за электроэнергию в размере 9 миллионов рублей 3 года назад поселок чуть не замерз. В мае 2013 года глава поселка заключила с компанией «Автоэнергоинвест» муниципальный контракт на приобретение и установку резервного источника электропитания. Вот что по этому делу комментирует прокуратура Нерюнгри. Прокуратурой города была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в администрации поселка Хани. Было выявлено, что для муниципальных нужд был закуплен резервный источник электропитания, который был приобретен, но не был установлен. Между тем, оплата по контракту на установку, на пусконаладочные работы были оплачены в размере 570 тысяч рублей, хотя указанные работы не были выполнены. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 292 «Халатность». И находится, в настоящее время проводятся следственные действия. Следовательно, по особо важным делам.